14 мая Институт международных отношений и истории востоковедения Казанского федерального университета посетила делегация посольства Арабской республики Египет. Прибыв в университет, гости вуза поближе познакомились с историей старейшего вуза России. Особое внимание было уделено работе Центра Исламика, созданного на базе Казанского федерального университета. Далее, в присутствии заинтересованных студентов, делегация приняла участие в официальном открытии памятника бюста второго президента Египта Гамаля Абдель Насера, приуроченного к столетию со дня его рождения. Важно подчеркнуть, что памятник второму президенту Египта во всем Татарстане является пока еще единственным экземпляром. Место локации уникального объекта было выбрано в фойе Института международных отношений истории востоковедения Казанского федерального университета. Установлены эти памятники в Петербурге, в Центральной народной библиотеке, в Москве, а сегодня здесь. И послезавтра, 16 этого мая, под открытым небом в университете дружбы международов в Москве. Почетным гостем мероприятия стал внук второго президента Египта. Пообщавшись с ним, нам удалось выяснить, насколько важно для делегации Арабской Республики Египет открыть данный объект на площадке КФУ. Этот день очень значим для меня, поскольку сегодняшнему студенчеству необходимо знать, кем был Гамаль Абдель Насер. Его мысли всегда были тесно связаны с образованием, его развитием. Визит завершился экскурсией в геологический музей Казанского федерального университета. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.